Здравствуйте, дорогие подписчики! Мы с вами находимся на берегу водоема. И сегодня я вам расскажу, что такое гермоупаковка. Очень много у нас вопросов задается в магазинах, для чего она нужна. Отвечаем. Она нужна, как это ни странно, чтобы на воде ваши вещи оставались сухими. Так как мы с вами водномоторники, вообще приверженцы активного здорового образа жизни на воде, вода, как известно, имеет такое свойство, понимаете, она мокрая. И так как она мокрая, то вещи, которые в нее попадают, тоже становятся мокрыми, и некоторые вещи, в принципе, можно даже после этого выкинуть. Так вот, для того, чтобы вещи во время вашего выхода на воду оставались сухими, и нужна вот эта гермоупаковка. Но это все слова. Давайте перейдем к делам. Вот. Я специально выбрал вот такую небольшую гермоупаковочку. Они бывают разного размера. Вот. Но когда она небольшая, на ней что-то проще показать. Итак, смотрите. Я беру свои документы на машину. Беру свой паспорт Российской Федерации. Ну, что уж там, мелочиться так мелочиться. Беру свой телефон, система, смартфон. Вещь дорогая, цены немалой. Опять же повторяю, мы с вами находимся на воде. И гулять так гулять. Беру кровно заработанные деньги. И кладу это все в гермоупаковку. Итак, чтобы не было, чтобы меня никто не заподозрил в том, что я Кио. Вот, все у меня там лежит. Дальше. Гермоупаковку надо правильно вот так вот завязываем ее. Правильно. С чувством, с толком, с расстановкой. Завязываем. Что-то завязал, мне уже самому, честно говоря, страшновато стало. Но ладно. И делаем с вами вот что. Так вот, раз. Зацепляем ее за якорь. Плотно держится. Ну, надеюсь, что плотно. Который, внимание, все видят, да? Повторяю, я сейчас нахожусь в лесу, глухом, на озере, без документов, без денег, без телефона. Все это находится там. А теперь давайте посмотрим, что же у нас, собственно говоря, произошло. Итак, вуаля! Все сухое. Те капельки, которые попали сюда, они попали в процессе того, как я ее раскрывал. Вот для этого каждому, кто находится на воде, и нужна гермоупаковка. Спасибо.